Друзья, привет! У меня к вам вопрос. Как вы скажете делать успехи или добиваться прогресса? Do progress или make progress? И как вы скажете делать доклад, например, в школе? Это будет do a report или make a report? Если вы не знаете ответов, пожалуйста, смотрите это видео, потому что сегодня мы с вами поговорим о том, когда использовать make, а когда использовать do. Почему для нас с вами это очень важно? А дело в том, что словосочетания с make и do очень часто проверяются в коварных заданиях ЕГЭ 32-38. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите получить хороший балл, запомните эти словосочетания, и помогать вам в этом будут мемы. Итак, друзья, начнем со словосочетаний с make. Первое. Make часто используется как синоним глаголу готовить. Поэтому, если вы хотите сказать готовить завтрак, обед, ужин, приготовить торт, это все будет make. И вот Джонни Депп вам поможет это запомнить, и сегодня почему-то будет очень много Джонни Деппа. Также make используется как синоним глагола шить. Сшить костюм, сшить пальто, это будет to make a costume, to make a coat. Опять наш любимый Джонни Депп. Действия, связанные с произнесением каких-то звуков, речи, комментариев, это тоже будет make. Make a speech, make a suggestion, make a comment, make a noise, make an announcement. Это все у нас с вами будет make. Действия, связанные с принятием решения, с каким-то выбором, это тоже будет make. Make a decision, make a choice, make a plan. Все это будет make. Заводить друзей, это будет to make friends. И зарабатывать деньги, это будет to make money. Они идут с нами вместе, потому что, вот, вы увидите. Надсмехаться над кем-то, смеяться, прикалываться над кем-то, это будет to make fun of someone или something. Делать ошибку, совершать ошибку, to make a mistake. И, друзья, не наступайте на ваши грабли несколько раз, как вот этот вот человек в меме. Прыгнуть, совершить прыжок, to make a jump. Например, совершить прыжок с парашютом, to make a parachute jump. Снять видео, фильм, это все будет to make a video, to make a movie, to make a film. Прямо сейчас I'm making a YouTube video. Делать какие-то успехи, добиваться прогресса, это будет to make progress. И оправдывать себя, находить какие-то оправдания, искать оправдания, это будет to make excuses. И вот make progress и to make excuses здесь вместе в одном меме. Переходим с вами к словосочетаниям с глаголом do. Во-первых, все, что связано с работой по дому, это будет do. Do the housework, do the cleaning, do the washing, do the washing up, do the shopping. Легко запомнить, все это будет do. Также все, что связано с обучением, это тоже будет do. Do your homework, do a course, проходить какой-то курс, do a report, делать доклад, do an exam, сдавать экзамен, все это будет do. Ничего не делать, это будет do nothing, или сделай что-нибудь, do something. Работать, выполнять работу, to do work, или to do some work. Отлично с чем-то справляться, do a good job.
и стараться изо всех сил делать все, что вы можете, все, что в ваших силах, это будет do your best. И, друзья, вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем это видео. Мне кажется, я сказала практически обо всех самых важных словосочетаниях. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на кружочек и подписывайтесь. И я вас всех жду на моих онлайн-уроках и консультациях по Skype. See you soon. Bye-bye.